Ну, у нас два деда воевали, оба с ранениями прошли войну. Поэтому, естественно, это день памяти, как бы, наверное, он уже для всех стал единым, да, в этот день. Поэтому, конечно, с детьми, с внуками, со всеми мы идем, гуляем. А вы знаете, просто отдаем день памяти. Уважаемые ветераны. Наверное, хочется память больше всего сказать, поздравить ветеранов, да, пожелать им, чтобы не только один день в году, да, наверное, да, каждый день они чувствовали заботу и то, что они сделали, это, конечно, является бесценным для всех. Приятно, конечно же, видеть в своем дворе такой праздник в честь Великого Дня, Дня Победы. Мне приятно то, что мой дед, Моторин Гаврил Иванович, был участником Великой Отечественной войны, он был танкистом. Вот. Этот праздник действительно со слезами на глазах. Вот. Всем хочется пожелать мирного неба над головой и ветеранам, их, конечно, с каждым годом все меньше и меньше, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Всех с праздником! Ура! В землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному только. Кажется, мне это я не вернулся из боя. Спасибо вам. Хочется в этот великий просто день поздравить всех наших ветеранов, отцов, ну, потому что это детство их лихое прошло вот буквально, ну, в голодные годы, и наших дедов, которые просто, ну, нашу жизнь спасли, и нам сегодняшним нести эстафету победы, ну, в нашем мире над всеми проблемами и либо какими-то ситуациями, просто быть в духе, быть в силе своей, быть в славе той, которую завещали нам наши великие предки. Всех с праздником! Благополучия, здоровья!